Молодая женщина подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Накануне в больницу обратилась девушка. При осмотре врачи заметили, что пациентка недавно родила. Только вот кого и когда, выяснилось позже. Шокирующие обстоятельства 25-летняя жительница Слуцкого района рассказала уже следователям. Беременность скрывала, родила на чердаке, а малыша сразу после родов закопала там же во дворе. Труп младенца нашли оперативники в том месте, где и указала подозреваемая. Согласно предварительным данным, мальчик родился здоровым. О причинах смерти и обстоятельствах пока не говорят. Еще не готовы соответствующие экспертизы. Сейчас следователи и милиция пытаются понять, как жила барышня и что толкнуло ее на такой страшный шаг.